О чем вы собираетесь переговариваться с Украиной вместо Суркова? Чего вы хотите добиться от Украины и какова ваша позиция? А я ничего не собираюсь делать вместо Суркова. Вот, я к Суркову не имею никакого отношения, ни к нему, ни к его переговорам. Если Путин захочет налаживать отношения с Украиной, и это будет серьезно и искренне, то тогда можно обсуждать и обдумывать, как этому процессу помогать. Вот, собственно, все. И это надо будет делать. И тогда можно будет участвовать в любом процессе для того, чтобы решить проблему нормализации отношений между Россией и Украиной. Чем раньше начнется такой процесс, тем лучше. Но это вопрос политической воли руководства России. Будет такая политическая воля, будет о чем разговаривать. Не будет такой политической воли, не о чем разговаривать. Простая тема. А Сурков ко мне не имеет никакого отношения. Он там занимается какими-то своими делами.